Минус 40 и ниже. В эти дни на всей территории Югры установилась максимально низкая температура. Из-за этого автолюбители все чаще пользуются подогревом, что чревато последствиями. По оперативным данным, в период аномальных морозов увеличилось количество возгораний транспортных средств. За неполный декабрь внезапно огнем окутало уже 26 машин. К тому же на улицах часто бывает туман. Из-за морозов видимость практически нулевая. Это может стать еще одной причиной аварий на дорогах. Но некоторые югорчане проявляют завидную изобретательность. Так, вчера жители Сургута запечатлели на мобильный телефон танцующего молодого человека на улице. В минус 38 мужчина решил согреться с помощью активных движений.